Медитация 354. Сделай сам. Жизнь, как таковая, нейтральна. Мы делаем ее красивой. Мы же делаем ее безобразной. Жизнь – это та энергия, которую мы в нее вкладываем. Если вливать в жизнь красоту, она красива. Если вы сидите сиднем и хотите, чтобы жизнь была красивой, ничего не получится. Красоту вы должны создавать. Не бывает красоты как отдельного предмета, который лежит как камень. Красоту нужно создавать. Человек должен придать реальности видение, придать реальности цвет, придать реальности музыку. Тогда его реальность красива. Пока вы соучаствуете в создании красоты, она есть. Как только вы прекращаете создавать, ее нет. Красота создается, как и уродство. Счастье создается, как и несчастье. Вы получаете только то, что создаете, ничего другого. Вот вся философия кармы. Вы получаете только то, что делаете. Жизнь похожа на чистый холст. Можно нарисовать красивый вид, пейзаж, а можно наполнить холст ужасами и привидениями. Все в ваших руках. Вы можете создать красивый сон, вы можете создать кошмар. С этим пониманием все становится очень просто. Вы в своей жизни хозяин. Вся ответственность ложится на вас. Обычно мы думаем, что в жизни есть некая объективная красота и объективное уродство. Нет, жизнь только дает возможность. Жизнь предоставляет все необходимое. Дальше действуйте сами. Жизнь следует принципу «сделай сам».